я пришла просто по фану, для себя пробежаться. На самом деле оказалось это сложнее, чем я думала. Но рада, что так получилось. Я не споткнулась, жива, все цело. Коллега ездили покупать специальные эти шпильки. Ну, ради участия, посмеяться коллективно. Ну, я точно такой не один. Я не представляю, как они вообще просто ходят по несколько часов, еще и танцуют, умудряются. А бегать еще это вообще тяжело.